Травка зеленеет, солнышко блестит. Погода репетирует весну. Прогноз синоптиков слегка омрачает картину. В пятницу похолодает. Апрельское тепло в Беларусь принес антициклон. Всю неделю будет облачно и без дождя. Воздух прогреется до небывалых 23 с плюсом. В конце недели идиллию разрушит холодный фронт. Пока же в нашей стране успела сформироваться засушливая погода. Спасатели фиксируют первые пожары в лесу и на полях. Всего за сутки бойцы МЧС заливали растения водой почти 100 раз. Ситуация в США кардинально противоположна. На американский континент обрушились ливни с градом, льдинки размером с мяч для гольфа. Исландию вовсе засыпало снега. Из-за обильных осадков сошли лавины и вызвали цунами. Обошлось без серьезных последствий. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, без осадков, ветер южный порывистый, днем воздух прогреется до 16 тепла. Ночью опустится сразу на 10 и закрепится на отметке 6 с плюсом. Кристина Риенс, Максим Галионко, Бобруйск 360.